Всем привет, я Чень. Я Петя. Витя, знаешь, что мы сегодня будем учиться? Нет. Не знаешь? Сегодня мы будем учиться про урок, про учителей. Да? Чего так грустно? Давай сначала познакомимся с нашим новым словом. Да, давай я сначала прочитать, ты послушать, а потом повторить. Пожалуйста, постараться, хорошо? Переведи слово. К. Что значит? Урок. Молодец. Второй. Шанг. 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 Что значит шанг? Проводить урок. Да, на урок. Да. Па. 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 Па – это вопросительный знак. Это как советовать. Например, «我们去看电视吧». Да? Давай мы пойдем посмотреть телевизор, да? Понимаешь, где использовать, да? Хорошо, следующий – «тян». Тян. 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 Что значит тян? Не знаю. Рассказывать. Рассказывать. Тян к. Тян к. Тян к. Знаешь, что такое тян к? Рассказывать чурок. О, молодец. Обычно учителя, да? Хорошо. Следующее слово. Тинь. Тин. Тин. Да, слушайте, да. Тинь к. Тинь к. Тинь к. Тинь к. Что значит тинь к? Слушать. Урок. Слушать урок. Да. Видите, следующее слово. Цао чан. Цао чан. Цао чан. Цао чан. Что значит цао чан, Видя? Не знаю. Спортивная площадка. Спортивная площадка. Да-да-да, правильно, да. И дальше. Дон-у-юан. 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 Что значит дон-у-юан? Зоопарк. Да. Тебе нравится зоопарк? Не сильно. Почему? Не знаю. Следующее. Л. 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 Это обычно про прошедшее время. Например, во чи фан ла. Во чи фан. Не надо повторить со мной, просто я говорю примеры. Что значит во чи фан, Витя? Я кушал. Покушал, да. Да, покушал. Прошедшее время. Обычно используя конца, чтобы человек понял, что это уже происходит, уже все закончено, да? Следующее. Тень. 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 Что значит тень? Близко. Нет, это не тот тень. А вот этот тень, это заходите, заходит. Понимаешь? Следующее. Вэн. 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 Что значит вэн? Спрашивать. Хорошо. Хуэй да. Хуэй да. Хуэй да. Хуэй да. Что значит хуэй да, Витя? Отвечать. Хорошо, хорошо, Витя. Давай, пожалуйста, начало до конца прочитать и дети предложения. Все, давай, начинай. К. Сегодня у меня много рук. Шанг. Сегодня должен пойти на уроки. А, Витя, не спеши, пожалуйста, четко уже эти наши подписчики говорили, что у тебя не четко разговаривать и на китайский, и на русский. Пожалуйста, покромче, не спеши и четко выговаривай. Хорошо? Шанг. Да, следующее па. Па, это что? Ну, вопросительный знак, как советовать.
Он чупа. Что ты говорили? Пойдем. Давай пойдем. Да? Тян. 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 Это что? Рассказывать. А, тян, кушай, рассказывать историю. Правильно, правильно, да. Тян, ха. Рассказывать урок. Да, но при отражении, Витя. Тебя надо придумать. Лао Шу Сянг, учитель рассказывает урок Тхин. Эй, не спеши. Давай. Цао. Тхин. Тхин. Не Сянг Сянг Тхин Инье. Очень хорошо, молодец, хорошо. Хочешь слушать музыку? Тхин К. Тхин. Тхин К. Тхин К. Слушать урок. Цао Чан, футбольная площадка. Да, да, да. Во, Монтяли, моя Цао Чан. Как у нас дома нету футбольной площадки. Это не футбол, а спортивная. Спортивная площадка. Дом Вуян. Цай Вом, да. Фанте, моя Дом Вуян. В нашей комнате нету зоопарка. Как можно комната есть зоопарк? Зоопарк это же... Очень-очень большое место. Л. Не. Хангела. Переведи. Ты голодный? В принципе, нормально. Тин, это что? Тин, заходит, заходить. Тин, лайба, заходи. Да. Вэн. Вэн. Вэн спрашивает, хойта отвечает. А, вэн... не вэн лэ, на во хойта. Интересно, интересно. А я отвечаю. Хорошо. Ты сразу два рассказываешь, да? Молодец, Витя, молодец. Хорошо. Ну что, давай посмотрим сегодня наши тероки. Хорошо? Очень легко, не переживай. Перевод у нас. Шан кэ лэ, вомэн джин джао ши ба. Шан кэ лэ, вомэн джин джао ши ба. Начался урок, давайте зайдем в класс. Хорошо, дальше. Лао ши джиан, вомэн тин. Лао ши джиан, вомэн тин. Учитель рассказывает, мы слушаем. Хорошо, о, видишь, ты молодец сегодня. Лао ши вэн, вомэн хуй да. Учитель... Не, ну сначала повтори со мной. Лао ши вэн, вомэн хуй да. Учитель спрашивает, мы отвечаем. Хорошо. Витя, давай, пожалуйста, сам прочитай, хорошо? Шанг хэл, начался урок, вомэн тин чао... Вомэн тин чао ши ба. Начался урок, давайте зайдем в класс. Лао ши тян. Лао ши тян. Лао ши тян. Во мэн тян. Учитель рассказывает, мы слушаем. Лао ши вэн. Во мэн хуэй та. Учитель спрашивает, мы отвечаем. Хорошо. Хорошо, Витя. Очень хорошо сегодня заниматься, да? Ну что, Витя, сегодня сложная тема? Ну... Не очень сложная. Ничего себе сложно. Такая но... средняя. Средняя, да. Но сурово много, да? Ну да. А диалоги легко. Легкие. Да, легкие, да. Согласна, да. Ну что, Витя, у нас сегодня уже время заканчивается. А сегодня уже не будем писать сурово. Давай вот так, Витя. Мы перенести на следующий урок. Будет писать сурово. Хорошо? Хорошо. Не забывай. Да, договориться? Все, значит, это первая половина урока, а у нас еще есть вторая половина урока. Правильно, да? Хорошо. Ладно, давай, пора уже попрощаться. Наш урок уже закончен, да? Что надо сказать? Подписаться и поставить лайк. Спасибо. 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 Спасибо.